қазақстан республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінен тікелей көрсетілімді бастаймыз қайырлы күн туристік демалу орындарындағы сақтық шаралары жайлы қазақстан республикасы мәдениет және спорт министрлігі ин туризм индустриясы комитетінің төрағасы дастан Адайлы рысбеков және де қазақ туризм ұлттық компаниясының төрағасы ержан мәлікұлы еркінбаев айтып береді құрметті спикерлер алаңымызға қош келдіңіздер дастан адайлы сөз тізгіні құрметті көрермендер құрметті туристік қауымдастық еліміз төтенше жағдайдан і ә, шыққаннан кейін бизнес субъектілерінің қызметін қамтамасыз ету мақсатында біздің министрлік денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп персонал мен демалушылардың санитарлық эпидемиологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып карантиндік шектеулер жағдайында курорттар демалыс аймақтары мен санаторийлер жұмысының алгоритмін жедел әзірледі аталған алгоритмдер орналасу орындарын барлық меншік иелеріне жеткізілді айта кету керек бизнес бұл мәселеге жауапкершілікпен қарап туристік маусымның басталуына дайындалу қорғау құралдарын сатып алу нысандардығы қау қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша барлық талаптарды сақтай отырып жұмысты ұйымдастырды өз кезегінде қалалар мен облыстардың әкімдіктерінде туристік объектілердің қабылданған алгоритмдерге сәйкестігін тексеру бойынша тұрақты мониторинг топтары құрылды осылайша ішкі туризм саласында жұмыс істеуге және клиенттер алдындағы өз міндеттемелерін орындауға мүмкіндік берілді біздің мәліметтеріміз бойынша барлық курорттық орындарда ағымдағы жылдың жазғы туристік маусымының соңына дейін броньдау үшін бос орындар қалған жоқ алайда ә, эпидемиялық жағдайдың нашарлауына байланысты коронавирустық инфекцияның таралуын шектеу және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында аумақтарда карантиндік шектеулер жаңадан енгізілді осыны ескере отырып кейбір өңірлердегі демалыс орындарында және курорттық аймақтарда атап айтқанда шығыс қазақстан облысы алакөл көлінің жағалауында және шуче бурабай курортның аймағында демалушыларды қабылдау тоқтату туралы санитарлық дәрігерлердің қаулылары қабылданған болатын курорттық аймақтардағы орналастыру орындарының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету және төленген броньдар бойынша ақшалай қаражаттың қайтарылуын болдырмау мақсатында мәдениет және спорт министрлігі өңірлердің әкімдіктерімен бірлесіп қабылданған санитарлық дәрігерлердің қаулыларына кейбір толықтырулар енгізу мүмкіндігі талқыланды нәтижесінде алматы облысындағы алакөл көлінің жағалауында сондай ақ щуче бурабай курорттық аймағында орналасқан курорттық аймақтар бойынша келесіде келесілген шешімдерге қол жеткізілді а, яғни тауарлар мен қызметтердің сапасын мен қауіпсіздігін бақылау қызметімен берілген тиісті дайындық актілері бар орналастыру орындарында алдын ала төленген броньдар бойынша демалушыларды қабылдауға рұқсат етілді шығыс қазақстан облысындағы алакөл көлінің жағалауында отбасының бір мүшесіне птр анықтамасының болу жағдайында бұрын көзделген талаптарды ескере отырып демалуына болады блоктардағы өткізу жүйесі блокпосттардағы өткізу жүйесі туристерде орналастыру орындары ұсынған бреннің бар жоғы туралы деректермен салыстырылатын болады қазақстандық курорттарда демалып жатқан барлық туристердің назарына салғын келеді әлеуметтік қашықтықты сақтау маскалар тағу белгіленген карантиндік талаптарды ұстану және демалыс орындарының шегінен шықпау топтану жағдайларын болдырмау сияқты шараларды қатан қатаң сақтауларыңызды сұраймыз егер бизнес пен азаматтар барлық санитарлық нормалар мен талаптарды сақтаса еліміз карантиннен тезірек шығып осы қиын сәттерде барлығына төтеп бере алады енді ә, шығу туризмі саласындағы жұмыс бойынша айта келсек өздеріңіз білетіндей шығу туризмі бойынша ағымдағы жылдың жиырмасыншы маусымынан бастап түркия мен оңтүстік кореяға халықаралық қатынас ашылан болатын 2020 жылғы 20 жылғы маусым мен төртінші жылды аралығында 622 қазақстандық турист тур компания қызметтерін пайдаланып түркияда демалуға мүмкіндік алды осылайша шығу туризмі саласындағы компаниялар туристер алдындағы оның ішінде бұрын ауыстырылған жолдамалар бойынша өз міндеттемелерін орындауды бастай алды өкінішке орай эпидемиялық жағдайдың нашарлауына байланысты түркияға рейстер уақытша тоқтатылды эпидемиялық жағдайдың жақсаруын ескере отырып қазіргі уақытта бірқатар елдермен әуе қатынасын қалп, қалпына келтіру үшін Он қарастырылуда. Таиланд пен рестер ашу жоспарлануда. Уважаемые телезрители, уважаемое туристическое сообщество, в целях обеспечения деятельности субъектов турбизнеса после выхода страны из чрезвычайного положения нашим министерством совместно с Министерством здравоохранения были оперативно разработаны алгоритмы работы курортов, зон отдыха, санаториев в условиях карантинных ограничений с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности персонала и отдыхающих. Данные алгоритмы были доведены до всех собственников мест размещения. К примеру, деятельность туристских объектов разрешается соблюдением соответствующих алгоритмов на основе критериев процента занятости коечного фонда для больных COVID-19 и среднего за 7 дней значения по числу контактных лиц, которые в среднем заражает один больной коронавирусной инфекцией. В свою очередь, в Акиматах городов и областей созданы постоянные мониторинговые группы по проверке на соответствие туробъектов, принятым алгоритмом. Стоит отметить, что бизнес ответственно подошел к этому вопросу, подготовился к началу туристского сезона, закупил средства защиты и организовал работу с соблюдением всех требований по обеспечению безопасности на объектах. Представители нашего ведомства с коллегами из Акиматов посетили ряд баз отдыха и убедились в этом. На сегодняшний день порядка 75% мест размещения туристов имеют акты готовности и могут принимать посетителей. Таким образом, во внутреннем туризме отрасли предоставлена возможность работать и выполнять свои обязательства перед клиентами. По нашим сведениям, во всех курортных местах не оставалось свободных мест для бронирования вплоть до конца летнего туристского сезона текущего года. Вместе с тем, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности граждан на территории страны, вновь введены карантинные ограничения. С учетом этого в некоторых регионах были изданы постановления санитарных врачей о прекращении приема отдыхающих в места отдыха и проживания в курортных зонах, в частности, на побережье озера Алакаль Восточно-Казахстанской области и Щучинско-Боровской курортной зоне. В целях обеспечения бесперебойной работы мест размещения в курортных зонах и исключения возврата денежных средств по оплаченным броням Министерством культуры и спорта совместно с акиматами регионов была обсуждена возможность внесения некоторых дополнений в данные постановления санитарных врачей, в результате в течение одного дня по курортным зонам, расположенным на побережье озера Лакль Алматинской области, а также Щучинско-Боровской курортной зоне, достигнуты следующие согласованные решения. В частности, разрешается прием отдыхающих по заранее оплаченным броням в местах проживания, имеющих соответствующие акты готовности, выданные службой контроля качества и безопасности товаров и услуг. По побережью озера Лакаль в Восточно-Казахстанской области можно будет отдохнуть с учетом ранее предусмотренных требований по наличию справки ПЦР на одного члена семьи. Пропускная система на блокпостах будет сверяться с данными, предоставленными местами размещения туристов о наличии брони. К сведению, на сегодняшний день в Щучинско-Боровской курортной зоне и на побережье озера Лакаль отдохнуло порядка 350 тысяч человек. Имеется снижение показателей, как и по всему Казахстану, что вполне ожидаемо с учетом текущих условий. Вместе с тем, с учетом большого спроса населения на отдых и в случае стабилизации санитарно-эпидемиологического состояния, бизнес будет переориентирован на увеличение оказываемых услуг в осенне-зимний период. Отдельно хотелось бы обратиться ко всем туристам, отдыхающим на казахстанских курортах. Просим соблюдать социальное дистанцирование, носить маски, придерживаться установленных карантинных требований и не выходить за пределы мест отдыха, не создавать скоплений в местах общего пользования. Если бизнес и граждане будут соблюдать все санитарные нормы и правила, страна сможет быстрее выйти из карантина и выставить в это нелегкое время. В связи с участившимися случаями небрежного поведения на отдыхе, прошу всех граждан более ответственно подходить к пользованию природными объектами и, инф... и инфраструктурой на туристских дестинациях. Необходимо помнить, что после вас должны прийти другие и тоже насладиться красотой нашей природы. В части работы в сфере выездного туризма, как вы знаете, с 20 июня было открыто международное сообщение в Турцию и Южную Корею. В период с 20 июня по 4 июля 622 казахстанских туриста смогли воспользоваться услугами туристических компаний и отдохнуть в Турции. Таким образом, компании в сфере выездного туризма смогли начать выполнение своих обязательств перед туристами, в том числе по ранее перенесенным путевкам. К сожалению, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки рейски, рейсы в Турцию были временно приостановлены. С учетом улучшения эпидемиологической обстановки в настоящее время прорабатываются вопросы по восстановлению авиасообщений с еще рядом стран. В том числе в августе планируется открыть рейсы в Таиланд и Грузию. Спасибо за внимание. Спасибо, Достандайлов от Старман, Хурмит Курир Миндер, Хурмит Бугунга журналистер. Добрый день, уважаемые телезрители. В связи с глобальным влиянием пандемии на туротрасль, казах-туризм как структура, ранее ориентированная на Продвижение турпотенциала страны за рубежом пересмотрела деятельность и расходы на развитие внутреннего туризма. Бюджет компании на этот год в сравнении с 2019 сокращен на 56%, а также сокращена численность штата на 20%, оптимизированы все производственные расходы. Не секрет, что от, э, отрасль туризма сейчас переживает глубокий кризис как следствие пандемии и карантинных мер связанных с ней. Но с другой стороны, это возможность подготовить дестинации, расширить ассортимент турпродуктов и наладить сервис на местах. Государства совместно с бизнесом приступили к решению проблем, которые долгие годы не находили должной поддержки. И в первую очередь это вопросы качества услуг вопросы санаторно-курортного отдыха, экологического, этнографического, аграрного, караванинг или мототуризма, а также детско-юношеского туризма и вопросов ремесленничества. Ранее мы заявляли о намерении разработать собственную модель стандартизации туристических услуг, изучив опыт успешной Китая, Швейцарии, Испании. Сегодня хотели сообщить, что эта работа начата, необходимые эксперты из турсообщества привлечены, работа будет завершена к концу текущего года. И разработанные стандарты мы начнем применять не только в местах размещения, в санаториях и отелях, но также и в национальных парках. Также в текущем месяце начинаем полевое исследование по разработке модели развития агротуризма в Казахстане, в рамках которого будут предложены оптимальные подходы по развитию этого перспективного вида туризма. Алматинская область, Акмолинская область, Туркестанская область на сегодняшний день имеют очень обширные богатства. Это хозяйство пасечников, это сады, это большие фермы, на базе которых можно развивать очень красивый турпродукт. Вот этот вопрос беремся глубоко исследовать и в этом году разработать программу по развитию агротуризма. Аналогичное исследование будет проведено по санаторно-курортным объектам и популярным турмаршрутам с выработкой соответствующих предложений и созданием контента для их продвижения. На сегодняшний день в стране имеется 145 санаторно-курортных объектов, но, к сожалению, форма их работы осталась и напоминает советский период недостаточно развит, развито качество услуг. На сегодня мы ставим перед собой задачу разработать план мероприятий с изучением и исследованием проблематики вопроса, чтобы в ближайшее время в Казахстане также появились санатории, детокс-санатории, wellness-санатории, которые проявляют сегодня высокую популярность в зарубежных странах. По ремесленничеству также проводятся исследования, по результатам которого будут определены меры государственной поддержки для ремесленников. На протяжении долгого периода времени мы обсуждаем и сходимся в том, что ремесленники нуждаются в господдержке. Но в какой именно господдержки? Кто-то говорит, что ремесленникам необходимо снять а, помещение, предоставить безвозмездно. Кто-то говорит, что ремесленникам необходимо а, обеспечить инструментами и станками, кто-то говорит о бесплатном гарантировании. На сегодня мы привлекли тур сообщества, привлекли самих ремесленников представителей туриндустрии, экспертов, и будем этот вопрос изучать глубоко. По итогам этого года успешная модель будет презентована вниманию туротрасли. В условиях пандемии большую популярность получает караванинг туризм, как один из наиболее социально дистанцированных видов отдыха. К примеру, в Китае и России спрос на путешествия в автодомах и на мотоциклах Составляет несколько десятков миллионов человек, а в Европе только автокараванов порядка 6 миллионов единиц. В сентябре текущего года при стабилизации эпидемиологической ситуации мы планируем организацию караванинг-экспедиции, целью которой является инвентаризация отрезка маршрута по шелковому пути с точки зрения развития кемпинга, караванинга и автотуризма. В качестве маршрута следования экспедиции выбран отрезок по транспортному коридору Западная Европа-Западный Китай от границы. Китая в Алматинском регионе, завершая экспедицию на границе с Узбекистаном Туркестанской области. В рамках детско-юношеского туризма мы проведем серию живых уроков в пилотном режиме для школьников в четырех регионах, регионах нашей страны. Планируем охватить 800 школьников. Последние случаи дикого поведения наших туристов показывают, что образованию, воспитанию правильного поведения надо уделить внимание еще с ранних лет человека, поэтому мы надеемся, что этот пилотный проект покажет положительный результат и в будущем систематично ежегодно будет э, осуществляться. Большое внимание уделяется развитию этнотуризма. По поручению главы государства реализуется масштабный проект Улутау, который станет новой точкой притяжения и войдет в топ туристских дестинаций страны. Уже к концу года ожидается завершение строительства историко-культурного комплекса Жошихан и визит-центра. На территории комплекса планируется также размещение этноула. Для комфортного пребывания туристов ведутся работы по обустройству турмаршрутов мягкой инфраструктуры и обустройству подъездных путей. В целом вектор развития туризма на многие годы направлен на увеличение внутренних потоков. В этой связи важно не только развитие инфраструктуры и придорожных туалетов, часто обсуждаемых в последнее время, куда важнее повышение культуры отдыха. Эта проблема особо стала заметна на примере Розового озера, Лотоса в Алматы и Тюлени в Каспийском море. И в одном только этом направлении планируем десяток различных мер, которые будут способствовать повышению бережного отношения к природе и в целом к окружающей нас среде, к памятникам культуры и истории. Это все можно обобщить под развитием экологического туризма, то есть отдыха на открытом воздухе, который не только не вредит природе, но и помогает сельчанам стабилизировать заработки, повышать значимость национальных парков. Огромное поле для работы представляет собой популяризация предпринимательства в туризме, особенно в регионах вокруг топ-10 дестинаций. Здесь мы также планируем применять онлайн-инструменты и целенаправленно обучать сельчан, молодежь, самозанятых и других. В этих вопросах на помощь будет приходить цифровизация туристской отрасли, в рамках которой запланированы проекты совершенствования статистики отрасли. Будет разработан портал Турстат, а также создание интерактивной туристской карты, системы мониторинга отельного сервиса и Ехунах. Автоматизированная система позволит стейкхолдерам и основным участникам рынка в режиме реального времени получать всю необходимую информацию о развитии турдестинации страны. На сегодняшний день а ни для кого не секрет, что статистические данные зачастую неправильно трактуются, зачастую неправильно складываются. В планах на этот год мы поставили изучение этого вопроса и разработку определенных IT-продуктов, которые будут доступны для представителей туриндустрии. При этом для того, чтобы оставаться в фокусе внимания потенциальных зарубежных туристов в последующие годы, а также в целях дальнейшего продвижения внутреннего туризма, Планируется продолжить маркетинговые активности с использованием цифровых платформ, таких как Google, Яндекс, Facebook и э, других соцсетей, в том числе WeChat и Weibo. Спасибо за внимание. Спасибо вам за предоставленную информацию. Мы переходим к сессии вопрос-ответ. К нам поступили несколько вопросов от представителей средств массовой информации, а также от населения. Но в первую очередь я бы хотела уточнить. Достан Адаевич, вы в своем докладе, докладе сказали, что нужен тест ПЦР. То есть всем казахстанцам, у которых есть путевки в Боровое, на Локоль, в любую зону отдыха, нужно иметь при себе тест ПЦР. Спасибо за вопрос. Нет, данное, данное требование распространяется именно на восточное побережье озера Лакаль со стороны восточной Казахстанской области. То есть там есть да, такое требование, что на одного члена семьи должен быть тест ПЦР. А в других курортных зонах таких требований нет. Благодарю за уточнение. Следующий вопрос от населения. Думаю, у каждого это интересует. Можно ли выезжать на отдых большими компаниями от 10 человек? Какие ограничения есть на количество человек, в том числе от одной семьи? В части, в части отдыха в местах размещения таких ограничений нет. При этом именно в местах размещения есть определенные требования, которые были предусмотрены алгоритмом. А с учетом соблюдения этих требований ограничений по количеству людей нет с одной семьи. Спасибо за ответ. Следующие два вопроса задает Мирьет Жакьянова от Амикен Бизнес. После Алакольского прецедента высказывает ли турбизнес аналогичные доводы в пользу разрешения принимать и размещать туристов? Ну, как я сказал в своем докладе, да, прецедент такой был. Вместе с тем он был решен в течение одного дня. И в целом нашим министерством совместно с акиматами регионов данный вопрос взят на особый контроль. И всем акиматам рекомендовано при рассмотрении на региональных межведомственных комиссиях при вынесении соответствующих постановлений главных санитарных врачей предусматривать э, такие послабления в части отдыха туристов, которые уже ранее забронировали свои места в, э, в гостиницах, в зонах отдыха и ку прочих курортных учреждениях. И второй вопрос также от Мирюерт. Почему в разных регионах действуют разные правила для отдыха на пляжах? Понятно, что эпидситуация разная, но есть совсем нелогичные решения, когда функционируют только платные, к примеру, в Магистовской области. В целом, как вы правильно только что сказали, в каждом регионе ситуация разная. И на местах региональные главные санитарные врачи имеют такую то есть, компетенцию. Они могут сами принимать постановления в регионах. Что касается платных пляжей, тут вопрос не стоит в платности или бесплатности. Тут больше вопрос стоит именно в организованном отдыхе. То есть массовые, то есть общественные пляжи, где народ массово посещает, там санитарные нормы не соблюдаются, в с чем а, данные ограничения были введены. Что касается пляжей, именно непосредственно находящихся на территории курортных зон, а, в частности объектов размещения туристов, то в данном случае а, руководителями этих объектов обеспечиваются все необходимые меры предосторожности с а, соблюдением предусмотренных алгоритмов. То есть это Связано с расстоянием, с маркировкой лиц отдыхающих, то есть с маркировкой зон по очереди. И, кроме того, расстояние по шезлонгам предусмотрено определенное. То есть в общественных пляжах такие нормы тяжело соблюдать и тяжело контролировать. Спасибо за разъяснение. Следующий вопрос задает Татьяна Ковалева. Она спрашивает, почему в карантин закрывают горы для пеших туристов. И какие меры предосторожности вы можете обеспечить для людей в горах после карантина? Ну, это все связано также с, с, в целях недопущения распространения коронавируса. Как мы знаем, в выходные дни, ну, в частности, если взять к примеру Алматы, то в будние дни никаких запретов нет, ну, за исключением в группах не более чем трех человек. Но, как мы знаем, в выходные дни там накапливается большое количество людей, и на экологических постах, то есть существует риск распространения коронавирусной инфекции. Но, в принципе, сегодня Эпидемиологическая ситуация у нас потихоньку стабилизируется. Я думаю, после 2 августа данные карантинные ограничения немножко будут послаблены. Какие шансы у туристической отрасли выжить после пандемии, учитывая, что правительство регулярно закрывает ее? Ну, шансы всегда есть. В принципе, правительством были предоставлены беспрецедентные меры господдержки. Это и налоговые послабления, то есть это не, даже в некоторых случаях не отсрочка, а конкретно освобождение от налогов. Также были по кредитам отсрочки предоставлены, внесены. Изменения в действующей госпрограммы, то есть снижена процентная ставка. Если раньше туроператоры и турагенты не могли участвовать в получении господдержки в рамках дорожной карты бизнеса за исключением гостиниц, ну, то есть расширение гостиниц и строительства новых, то в текущем году, в период принятия этих антикризисных мер, данная норма была исключена, то есть отраслевые ограничения полностью исключены. Соответственно, данные меры господдержки позволят с меньшими потерями выйти из отрасли. Кроме того, в целом, как бы со стороны нашего министерства отстаиваются все интересы турбизнеса при принятии на уровне республики постановлений главных санитарных врачей. Но ну, понятно, что на уровне регионов иногда они действуют из собственных соображений безопасности. Но в целом нашим министерством данный вопрос на контроле. И в случае необходимости будут предприняты дополнительные меры. Тасан Адаевич, а насколько снизился спрос среди населения на туризм? В целом, хотелось бы отметить, что спрос не снизился, а можно сказать наоборот, что в условиях карантина даже увеличился. Но, к сожалению, текущая обстановка не позволяет в полной мере удовлетворить данный спрос со стороны турбизнеса. Мы надеемся, что ситуация в ближайшее время, как я сказал, стабилизируется и рынок туристских услуг активизируется. При этом многие казахстанцы перенесли запланированный отдых на более поздние сроки. И в этом году, как я ранее отметил, будет повышенный спрос в осенне-зимний период, что даст возможность увеличить объемы предоставляемых услуг в данный период со стороны бизнеса. То есть это также способствует выходу из ситуации в части объема доходной части бизнеса спасибо за ответ. Только что к нам поступил еще один вопрос. Это уточнение по вашему докладу. Тамара Валь спрашивает, а в Турции в августе восстановят рейсы или только Таиланд и Грузия? А, все зависит от, от эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и а, в странных партнерах. Но в целом хотелось бы сказать, что на сегодняшний день рассматривается такой вопрос с 10 августа восстановления рейсов. Ну, как я сказал, все зависит от конкретной ситуации. Спасибо. Следующий вопрос у нас от населения. Кем и как будет проводиться проверка мест туристического отдыха на соблюдение санитарных норм? Проверка мест отдыха проводится региональными мониторинговыми группами, в которые входят представители местных э, департаментов по контролю качества оказания в сфере услуг э, э, сотрудниками полиции, сотрудниками Национальной палаты АтомиКен и представителями местного исполнительного органа. То есть после э, проведения соответствующей проверки объекту выдается на руки акт готовности, который подтверждает э, полную готовность и соблюдение э, требований, предусмотренных в алгоритмах работы данных объектов. Дастан будет ли ограничение на процент заполняемости отелей и пляжей? Да, у нас есть такие ограничения. В настоящее время по отелям это не более 50% от мощности. По пляжам тоже сейчас разрабатываются такие требования в части не более 4, то есть на, 1, на 4 квадратных метра не более одного человека – на общую территорию пляжа. Но это все в разработке. Что касается бассейнов, на сегодняшний день по бассейнам, именно находящимся в местах размещения, также есть требования. То есть а, не мо, количество м, плавающих бассейнов не может превышать в целом 30 человек. И также есть определенные нормы по квадратуре. То есть а, не более одного человека на 2 квадратных метра. жауабыңызға рахмет келесі сұрақты нұрекенов олжас қойып жатыр туризм саласының шағындары есептелді ме шамамен қанша қазіргі уақытта қанша отандасымыз шетелде туристік сапарда жүр сұраққа рахмет біздің есебіміз бойынша қойылған шектеулерге байланысты ағымдағы жылы кіріс туризмі саласындағы бизнестің шығыны жетпіс 80% пайыз құрайды Мысалыға келтірсек ұлттық банктің мәліметінше ы ә, туризмнен қызметтерді экспорттау көлемі 2019 жүз екі жылы екі жарым миллиард доллар болса ә, осы жылы ол көрсеткіш ол көрсеткіш алты ұл жүз миллион доллар құрайтын болады ә, егер ә, туристік фирмалармен ә, орналастыру орындары туралы ә, бөлек тоқталсақ ә, онда олар көрсеткен қызметтер көлемі 2019 жылы 300 миллиард теңге болса осы жылдың соңына қарай біз 680 80 миллиард теңге шамасында болжамдап отырмыз жауабыңызға рахмет дана Руслан стан kz сұрап жатыр шетелдік сапарда жүрген туристер әлеуметтік желіде демалыс барысында коронавирус анықталып саяхатымыз қонақ үйде өтті деген жазбалар қалдыруда қазіргі таңда қазақстандықтарға шетелге шығу үшін қандай талаптар қойылған елден кеткен туристер қазақстанда птр тест тапсырады ма егер саяхатқа кеткен қазақстан азаматында шетелде коронавирус анықталса оның елге оралуға мүмкіндігі бола және де әлде мед сақтандыру бойынша шетелде емделуге міндетті ме ә, алдағы сұраққа да әры жауап берейін ол екі сұрақ жанағы байланысты жалпы ә, шетелге ң, турцияға 622 ә, біздің турист демалып келетін болған қазіргі таңда бес адам қалды ол бір жанұя олар өз еркімен жанағы демалыстарын ұзартты егер ы жаңағы талаптарға тоқталсақ қазақстан республикасының азаматы шетелде ауырған жағдайда ол оқшауланады және емдеу осы мемлекетте қабылданған ковид 19 емдеу стандарттарына сәйкес туристік қызмет көрсету аумағында өтеді пациентті шетелде оқшаулау тест нәтижелері мен туристерді диагностикалау кезінде сақтандырылған адам ә адамның жағдайына байланысты болатын елдің регламентіне сәйкес өтетін болады сонымен қатар ковид 19 диагнозы бойынша сақтандыру өтемі туристі міндетті сақтандыру пакетіне енгізілген сақтандыру жолдаманы сатып алу сәтінде міндетті түрде рәсімдеді рәсімделеді және тур пакетке енгізіледі егер сол бара жатқан елдің талап талаптары ол жаңағы өзіне байланысты сол елдің талаптары мысалы кейбір елдерде қазір мысалы араб эмираттарында екі деңгейлік пцр тест тапсыру керек және басқа елдерде мысалы қазақстандықтар барған кезде оларға өзімен бірге жаңағы пцр тесті алған жөн Ахмед Адаевич, хотим вернуться к вашему докладу. Тут у нас еще одно уточнение. Журналисты спрашивают, все ли рейсы планируется восстановить с 10 августа? Или же только Турция, Таиланд и Грузия? Ну, в целом, как я ранее говорил, это Турция, Таиланд, Грузия. Но вместе с тем правительство на месте не стоит и отрабатывает и другие направления, которые ранее уже до введения карантина и ухудшения эпидемиологической ситуации и ранее отрабатывались. Но сейчас отдельные страны не только по соображениям безопасности приезжающих, но и из-за того, что именно у них в странах ситуация ухудшилась, они также закрыли свои границы, в связи с чем вот по мере стабилизации ситуации в данных странах у нас мы этот вопрос держим на контроле и отрабатываем. Спасибо за ответ. Святослав Антонов пишет, что купальный сезон в Казахстане подходит к концу, но объекты туризма и отдыха, расположенные на Алаколе, Кульсайских озерах, Боровом, не смогли воспользоваться возможностями, появившимися из-за закрытия границ и спрашивает, разрешат ли им работать в нормальном режиме остаток сезона, чтобы компенсировать убытки. Ну, опять также я повторюсь, что все зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки в Казахстане и конкретно в отдельных регионах. Но вместе с тем со стороны нашего министерства будут максимально отстаиваться интересы а, тур бизнеса. И при, при... при принятии таких решений мы будем участвовать и непосредственно а, вносить свои предложения. Спасибо. Спасибо за ответ. Также Святослав Антонов задает вопрос. Запрет на дикий отдых на водоемах оказался неэффективным, так как люди при любых карантинных ограничениях продолжали выезжать туда, находить объезды и постов и неохраняемые пляжи. Не рассматривается ли вариант легализовать такой вид отдыха? Ну, хотелось бы отметить, что в целом за нарушение санитарных норм предусмотрен штраф в размере 30 МРП для физических лиц. Прежде всего, государство заботится именно непосредственно о здоровье населения. Как вы видели, были такие случаи массового скопления граждан на пляжах Бурабайского района, то есть на побережье озера. И существовали большие риски для именно распространения коронавируса. В части легализации данной нормы, я думаю, что это не произойдет, но в целом данный вопрос находится в компетенции министерства здравоохранения спасибо дастан ержан мәлікұлы уақыт бөліп алаңымызға келіп сұрақтарға жауап бергендеріңіз үшін алғыс айтамыз құрметті көрермен осымен тікелей көрсетіліміміз тәмам эфирде келесі